Супер. Итак, следующий коктейль — твист на известный коктейль Grasshopper или Кузнечик, но у нас он называется «В гнезде сидел кузнечик». Ингредиенты, составляющие, все то же самое, просто мы изменили немножко подачу. Мы взяли тарелку, накидали сюда всяких веток, чипсов, лимона, пуха, чтобы это напоминало более-менее гнездо. Охлаждать его не нужно, нужно только заранее подготовить, чтобы он стоял и ждал своего часа. Охладить надо шейки. Начинаем наливать. Пол с какао белый, только белый, 35 мл. Зеленый мятный ликер, болс, тоже столько же. Сливки. Все в равных долях. Все по 35. Добавляем лед. И хорошо взбиваем. Сейчас начинается самое интересное. Коктейль готов, по балансу все хорошо. Будем делать double strength. Нам из морозилки понадобится 3 шоколадных яйца. Они должны храниться в морозилке. Срезаете попку, вынимаете Kinder Surprise, игрушку, в общем, вынимаете, дарите своим детям, ну или Элеоноре Игоревне, или Тамаре, кому-нибудь красивому. Вот, и начинаете все это дело процеживать аккуратненько, чтобы у вас там ничего не вылилось, не перелилось. Потихонечку, никуда не торопитесь. Если сито сильно забилось, можно его немножечко полоснуть. Здесь главное, чтобы ничего не пролилось. Хорошенько установите, укрепите яйца. Зафиксируйте яйца в устойчивом положении. Это не просто, поверьте мне, особенно в запару. Из яиц что-то выливается. Все. В гнезде сидел кузнечик, готов. Немножко здесь пена получилась из-за сливок. Дайте немножко коктейлю постоять, пена осядет, и можете долить то, что вот осталось. Блин, мне кажется, какое-то яйцо дырявое одно. Куда-то в гнездо, по-моему, стекает коктейль. Да, по-моему. Да, вытекает, но, в общем, смотрите, чтобы не вытекало.